Ну, некоторых. Так, там 5 секунд, пора принимать решение. ДП. И проблемки могут быть снизу. Небольшие сложности у Слэра. Фейри Файр, ну, по-моему, это ему. И еще одна тычка. ФБ. Трайзена. Мне приходится смириться. Ну, опять Fortune Sand. Еще пару ударов. Манго скушали. Стан на 2 секунды. И, ну, нас сдувают. 1-2. Сейчас ушел кипер наверх. Поэтому проблемы небольшие будут. Стан на секунду по Алохе успеет, потому что не сделает. Фейри Файр тоже перефайн флеймс, но не успевают добить, и в итоге лечится и убивают еще с разворота Берна. А может быть и Оракла забрать. Долго не простоит там. Стан залетает, но на 2 секунды. Сифон можно Fortune Sand выдать. И нет ультимейта пока сгрызать. Однако не хватает ресурсов. И Крипс Вором уже накрывает. В итоге генерал не свои. Ну, тут телекинез только этого и ждали. И, ну, он должен догонять. Даггер у него вроде как в наличии. И понеслась, да. Хотя поддержка успел прилететь. Райзен еще и вылечит сейчас. Смэша больше урона не хватит. Файтболт подлетел. И все, Свена не убить. С разворота станчик иллюминейт. И теперь проблема уже у Лохи. Есть телепорт. И сбить нечем, но перефайнфлеймс возможно есть. И успел Fortune Sand'ом. Да ладно, Райзен. А тут половина вышки. То есть вот они били, били, снизу уже сломали Т1, успели выйти, вот с двух сторон зажимают, есть даггер, закатываются, сломали кучу деревьев, и Виловисп работает, но его быстренько тоже сломали, и кипера добьют. Там еще и Оракл прилетел, чтобы умереть следом, в итоге минус 2 таки сделали, и счет уже становится поинтереснее, 3-6, Оракл еще выигрывает себе пару секунд, и опять-таки заставляет свой гоняться, оставляет фраг для Нуна. И 3-6. Плюс башня, а там тем временем Т2 уже начинали агрессировать. Приходит Деваур, пытается пробить смэша. Фейтболт и Санитюс Эклипс. Поддержка от Чена идет, а тут Райзен. Райзен в спине засел, его никто не знает, что он здесь. Разжимается ультимейт. Дес Профит и просто их зацепил сгрызать. Бери, успел подойти, генерал успеет ли разложиться. Виллобис не получается это сделать. И да, есть. Рэмл сплит. Хорошо, тут же тем временем пытаются прогнать Чена. У них-то, в принципе, получается. В Астрале до сих пор сидит ДП, но духи работают. И это основная проблема. Тут же пытается сгрызть. Таки ЦК. ЦК получается недолго повыживать, но камень. Камень от генерала, и ну, он делает фраг. Тут же со спины можно перетягиваться, стан по двоим. Fortune Sand еще сверху, иллюминейтом накрыли. И это минус генерал, но за это поплатится жизнью. Конечно же, Свен. И еще можно попробовать убить кипера. Но пока этого не делает, спину подтягивается. Райзен убивает Нуна. Еще постараются пробить Алоху. Пару ударов по нему. Даблкил уже для Оракла есть. И вынужден отступить только-только. Поэтому имеет смысл прожить Рэмл Сплит заранее. ГДС выбегает на Дранкен Браулере. Ловит стан на 2 секунды. И тут же Сайленс, но поздно. Генерал разложился. Виллов Висп немножко остановит инициацию команды Юкрейн. И со спины начинается навязать с ГДСа. Первого Пандарена разобрали, второго тоже могут не пощадить. Рубик в это время погибает под экзорцизмом и сифонами. И генерала, да, за ним выехали. Тут же есть стан, тут же есть лифт, если что. И генерала разберут. Просто высосут. Райзен совершает себе серию убийств. И же стан на 2 секунды пытается помешать, подстопить как-то, но не получается. Здесь прилетает Рубик. А вот вместе с ним с телекинезом можно попробовать. Ровно станет Санитюс Эклипс и минус ЦК. Тут же еще и Спектра с Ханта прибегает. В итоге Ву тоже можно подцепить. Пару ударов по нему, и он отправится в таверну следом. 9 против команды Горилл Спрайт, где Горилл Спрайт ввели 35 тысяч, и потом фантомка у Немига закомбэчила. Здесь же Рубика быстренько схлопывают. Пытается выиграть время через Юл. Это получается. Ворует Варкрай. Но поделать с этим ничего не могут. Возможно, ждут, когда будет прожиматься Хант. Видим, залетает Даггер. Пытается что-нибудь придумать Нун с этим всем безобразием. Но врывается, врывается Свен. Сразу прожимается БКБ. Стан Свена пробили наполовину здоровья. Нужно убегать. Здесь не помогает, конечно, Фэлс Промес. Нужно будет еще как-то подсейвить. Но сейва нет. И лопнет просто-напросто сейчас Свен. Да, секунды. И минус Свен. Там еще кого-то подловили. Генерал врывается на ДП. Если убить ДП, это будет большая катастрофа. Прожимается БКБ, тут же экзорцизм. И Нун убегает, понимая, что один на один не сразится. Виловис мне приятно. Тут же еще стан. Свен возвращается обратно с байбека. Еще пару ударов нужно сделать по Нуну, чтобы как-то добить. Но не выходит. Ворованный ГДС у Рубика есть, но это не страшно. Виловис был бы гораздо опаснее. Тут же врывается еще и вдовец к ЦК. Пытается Санит Скрипсом как-то помочь, но не хватает урона с него. Интеллекта пока не так много. Возвращается с Ханта. Нун воевать, но урон от него все еще не так, как хотелось бы. Погибает здесь Деваур, погибает Рубик. И, судя по всему, Нун тоже подцепят. Стан уже на готове, ману восстановили. И Нун выходит на тропу войны. Сайленс на нем. И стан на одну секунду. Еще можно пожить, Белив. Нужно бежать Нуну здесь. Главное верить. Но Берна еще можно убить. И пару ударов есть.
Подоспел также генерал. Внезапно Ван остается один и понимает, что ему нужно отойти. Атос у него в наличии. Будет ли прожать невидимость? Руна невидимости это. Но генерал предварительно прыгнул и не дал невидимость собрать сопернику. В итоге Ван погибает. И это минус 4. Генерал здесь на 3 стоит. Непонятно, чей немножко, да, не видели. О, выходит в спину на крипах, заметили, получил этот взрыв, стан под, и Варн успевает прожать БКБ, и тут же есть Хант, спик 3, пытается кого-нибудь забрать, не получается, пока что ребята Алоха есть, толхил, подцепил ультимейт по себе, Алоха живет, тут же врывается айсберг, айсберг начинает настакивать, не хватает немного урона Санис и Клипса, но дорабатывает всех оставшихся нун. Погибает ЦК, выкупается Оракл обратно в драку. Ван уже не так страшен, выкачивает из него интеллект, выкачивает из него жизнь уже просто с руки. Уходит в глимерки. Поможет ли это ему надолго? Нет, не поможет. Еще два удара, и он отправится следом за всеми остальными своими тиммейтами. Выживает только Свен. Где-то там вард, глимерки, потом в упор, потом врыв. Опять боковой прожимается, айсберг просто уходит. Врыв, Хант моментально сметает Рубика, но тот уходит в Йоул. Еще выигрывает себе несколько секунд. Блять, похитить Will of Wisp не получается. Однако, Спектра первого забрала, побежала за ЦК. ЦК нет маны, нет ничего, убьет с двух ударов. И Бёрн, неужели выживет? Есть игра армлетом, но не помогает дисперсия. И Нун развивается с помощью нее. Врывается. Также генерал пытается сгрызть Нуна хотя бы духами, но и это не выходит. Генерал остановил. Украин, да и дальше прыгают, вы смотрите, никого не щадят, ультимейт, полетели за вуп, просветка, не отпускают бедного кипера, тут и за Ориклом тоже выехали, и разве не уйдет, ультимейт нужно тратить, чтобы хоть как-то пожить, но это не помогает, что там уже подтягивается еще и айсберг, и уже он точно не отпустит, пытается немножко вупожить, но Нун опять-таки откидывается дагерами и идет в упор. На передовую может попытаться зайти под фонтан, чтобы дисперсионом убить так или иначе. Но тут погоня уже в спине. Свен решил подойти постреляться в БКБ, но у него ничего хорошего не вышло. Пожимает ГТС в надежде на пару последних ударов, но его убивают. Даблкил для Нуна и... Ну, мы, скорее всего, не получим, потому что там горит база и все. Good game, well played, пишет команда G-Pride. Начали, говорится, за здравие, закончили за спектру с 23 тысячами нетворса. Отходит Сандис Эклипс, веселится айсберг и заканчивает на... Кого еще из героев айсберга? Нас тут не банили. Манки Кинг. Как и было предсказано. Место смерти определено, как в фильме Wanted. Ап, не угадал обсервер. Почти. На один. Потихоньку зарабатывает. Тут опять-таки айсберг. Пошел давить, еще бы удар, но нет. Под вышкой мантит, крест, Джингю Мастер. Активирован один удар и дотягивается. Вот это ФБ. Айсберг делает минус, прилетает Лич, но уже поздно поймет, если пойдет туда. Манк Кинг в лес. Но информация есть. Тут же курьер еще подлетел. Ну и что, вот, Манк Кинг в наличии. Поехали. Сетка, Джингю Мастере и последний удар. До свидания, видим, что отставание сократилось. У Кунки тем временем 31 на 1, то есть хотя бы 10 разниц. Сетка, опять-таки, полетел Фрост Чилд и пытается укатиться туда генерал, но Блэд Фьюри продолжает свое действие. Клэпнуть хорошо, сетка еще имеется, но урона не получится. Гейс внести и генерал убегает. Просто приходит Оракл, а вот это уже неожиданный момент, вернее, для Алохи. Заходит в него спину и дорабатывает. Генерал решил подраться, клэпнул и за это может быть наказан. Но телепорт от Андаенга, солрип и удар, минус. Джиггернау, тут же еще и проблема у Вураск. Удар, два удар, крит, но не добили. Нужно доработать будет с Лэром. Тем не менее, не стали. Что же генерал? Генерала нет, прямо сплита. И поэтому здесь его могут быстренько забить. Корабль, Блэйд Фьюри и догорает. Тут же еще пытается в ответ, конечно, какой-нибудь наказать. Ну, бонус страйк есть, Джиггернаут подцепили. Ну, ультимейт может пытаться выдать, но это его ничего не даст. Активируется Джингю Мастери и Слэйр совершает серию убийств. Неплохо. Забрали команда G-Pride, вроде бы летят, но уже слишком поздно. Вышка погибает и ну, можно спокойно уйти. Здесь видите телепорт. Джиггернаут может пытаться через Блэйд Фьюри начать. Тут же увернулся мисчифом, но не помогло. Торрент, попадение и корабль еще в угон. Команда хочет отдавать, но гейс и не позволяет ничего раскастовать. Забрали. Говорит, ну, тут же он не слэш в Алоху, и Алоха никуда не уйдет. Второго тоже разобрали, но здесь размен. Проблема это наличие блэкхола. Это ситуации. Primal Split не дать его сделать не хотят. Блэкхол есть. Корабль тоже залетает, но Bounded Strike, он разлетелся. Генерал есть. Primal Split останавливает Энигму, останавливает Джиггернаут. Джиггернаут прожимает телепорт, но не сбить-то нечем. В июле летает Оракл, его тоже разберут, Лич. Также наденется Ван бы пытаться убежать, но и за ним выехали. Есть камень в спину, минус. Ван остается в живых. У нас только три игрока. Чудом спасаешься. А вот поймать Манки Кинга возможно. Энигма подцепила на Мальфайс. Баунс так не дает. Тут же стан, крест, корабль полетел. Все, что только можно. Хватит для этого, чтобы пробить. Да, хватает. Там еще и Чейн Фрост. Не пожалели.
И через два ультимейта разобрали. Кунка по-прежнему один. Баунный страйк подцепили, топоры раскрутили и из сетки не отпустили. Угон Команд, конечно же, наносит телепорты, подходит сюда Райзен. Райзен погибает моментально, но ультимейт Оракла, и Кунка будет жить какое-то время. Корабль также пробафал себя, но все равно тут нужен способ добить. Погибает еще Оракл следом, пытался помочь себе через фейс-эдик, но это не решение проблемы. Минус 2, выкупается Лич, однако выкупается уже слишком поздно, помогать-то и некому. Попытается защитить Т2, но Т2 все равно упадет. И на этом вся история заканчивается, хотя просветка, барабаны в ту же секунду. Манкинг успеет ли прямо спринтерен под себя, но не зацепляет Айсберга. И Айсберг успел активировать Джунги Мастере. Баунный страйк, но корабль все-таки мешается немножко. Тут же клэп, урона-то не хватает чуть-чуть. И вот теперь подходит даже ультимейт, не прожали. Чинфрост полетел, Райзен решил подраться, тут же Оркл. И это проблема, потому что и того, и другого могут разобрать. Есть ультимейт, Оркла еще, Кунка живет пока что некоторые секунды. Но этого недостаточно, Гейс выигрывает еще одну долю времени, но этого, опять-таки, недостаточно. Лич погибает. И неужели переживет корабль? Да ладно! Оракл спас своего товарища только что и поплатился за это, скорее всего, жизнью. Баунный страйк. И Оракл. Стики. Не отпустят. Да ладно. Еще один прыжок. И даблкил для Айсберга. Но Кунка выживает. Отдали жизни двух саппортов, вот, чтобы цент на него. Топоры в ответ полетели. И вот он врыв в блэкхол по Алохин. Неужели так боятся Алоху бедного? Врын вырывается. Есть там. Алоха еще живет, успевает уйти. Вариса его не могут остановить. Тут же Манкинг успел разультиться. Убивает моментально двоих. И нет, Джигнат еще живет. Пытается улететь на Блэйд Фьюри, но перехват план. И остановить Джиггернаута удалось. Даблкил для Слэра. Неприятно теперь команде. Опять же, да, вот эти потенциал камбэку. Блэкхолл, и тут врыв на Кунку. Чинфрост полетел, тут ультимейт от генерала. И Ван отправляется отдыхать. Мегаубийство для Айсберга. Райзен тоже отправляется в таверну. Там играют в теннис чайником и выигрывают. Ультимейт неплохо. Тролль пока что живет, заканчивается. Здесь. А мне слэш, придется драться дальше. Ну, он не хочет умирать. И в итоге все-таки его дорабатывают. Но этого не хватит, что тут хекс. Сетка сейчас будет. Змейки, попытка телепорта, но только этого и ждал. Есть баунный страйк, есть Юл, и никуда отсюда не уйдет. Слэш совершает еще одну серию убийств. Пока что выход с базы. Возможно, последний выход с базы. Джиггернаут никого не боится. И тролль пытается объяснить ему, почему этого делать не стоило. Подтягивается Слэр, ставится Томстоун. Скоро уже полетели ультимейт. Вот и он. Генерал также разультился. Там же в спине начинает врываться Манки Кинг. Пытается кого-нибудь подцепить, но не получается. Успел Смэш сюда отойти. С блинкаута под ультимейтом. Оракл, но подцепили Джиггернаута за это. Пока там спасали Энигму, убили вашего главного кура. Не дали выдать блэкхолл. Даблки уже для Нуна есть. Пытается он не слэшем пережить эту ситуацию. И хотя бы уйти с ТП, но там сурки уже тебя затыкают. Это минус 3. Также и Оракл погибает следом. В итоге делаем минус 4. Трипл килл для Нуна. И Кунка пошел фармить крипов. Good game, well played. Понимает команда G-Price, что не получится. И что 10 тысяч не так уж и плохо. Good game, well played. Не так... Все сложилось, не дошли до Мегатрона.